благотворительной акции приняли участие представители администрации, торгово-промышленной палаты и Центра Веры. Совместными усилиями они организовали развоз сладких подарков для нуждающихся в поддержке. Им необходима социальная поддержка, даже вот такая, которая, ну, как бы незначительная на наш взгляд, которая помогла бы им ощутить ту поддержку, которую, как бы, оказывает им район и люди, которые неравнодушны к их ситуации. У Анатолия Муравьева онкологическое заболевание. Из дома почти не выходит и редко принимает гостей. Представителей социального обеспечения Анатолий Федорович встретил с теплыми эмоциями. Спасибо. На здоровье, пейте чай. Да, пейте чай. Да, чтобы... Не-не, спасибо. Мы на минуточку только вручить. У нас еще есть адреса. Спасибо большое. В следующий раз обязательно попьем. Приходите. В таких встречах важны не только подарки, но и внимание к человеку и его бедам. Директор Центра Веры Андрей Коренюк отмечает это как главную цель своей работы. Я думаю, что люди почувствуют некую заботу со стороны учреждения, со стороны общества о том, что они не безразличны и нужны. Я думаю, та теплота в их глазах, которую мы сейчас с вами видим, она стоит самое дорогое, и это наша работа, это наша цель. Александре Шелтопаевой 92 года. Она с трудом видит, а родственников и близких уже не осталось. За Александрой Григорьевной ухаживает только социальный работник. Но при этом, по возможности, она самостоятельно сохраняет чистоту и уют в доме. Тихонечко сама так отсюда. Ну, у вас это вообще прям хорошо, такое чистенько, уютно, молодец. Да, конечно. Так держать. Да. Вот такие вот. Мы вам кланяемся, не болейте, да, будьте здоровы. Помимо сладких подарков, такая акция – это возможность для жителей рассказать о своих насущных проблемах. Вы знаете, это очень хорошая акция. Мы как бы приятное с полезным, да, приятно это делаем, как бы добро передаем от благотворителей, помощь. И смотрим еще, потому что так как они на обслуживании ходят соцработники, мы вот с директором Центра Веры Андреем Анатольевичем как бы, ну и контролируем работу наших соцработников, спрашиваем о нуждах наших бабушек, дедушек. В рамках акции представители социального обеспечения поддержали людей, которые в этом нуждались. Небольшой подарок скрасит чаепитие, а беседы с людьми, которым не безразлична судьба нуждающихся, сделают адресатов акции немного счастливее. Арсений Рогозянский, Евгений Садовский, Елена Кошелева, Видное ТВ.